Синоптики рекомендуют гродненцам не прятать далеко теплые вещи. Зимняя одежда в ближайшую неделю будет как никогда кстати. Осадки в виде мокрого снега и дождя в Гродно продлятся до следующего понедельника. Минус ночью и слабый плюс днем. Небо, затянутое облаками, слабый ветер и утренние туманы. Такую картину за окном жители областного центра будут наблюдать как минимум еще неделю. Завтра погодные условия будут определять фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Ночью ожидается на большей части Гродненской области, а днем местами кратковременные осадки, мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью минус 3 плюс 2, днем плюс 2 плюс 7. Северный порывистый ветер продлится до конца недели. Владельцам автомобилей не стоит переходить на летние шины. На отдельных участках дорог области ожидается гололедица. На вопрос, придет ли весна в Гродно на следующей неделе, синоптики пока затрудняются ответить.